Доброго времени. Сейчас покажу еще один сайт по заработку криптовалют и как его раскрутить без ваших вложений. Так, поехали. Вот он сайт, Yabot называется. Значит, регистрируйтесь, как обычно. И тут просто вот вводите данные, капчу и заходит. Заходим. Финап, это регистрируемся. Не помню уже, по-моему, на почту должен подтверждение прийти, не помню уже точно. Там посмотрите. Так, затем заходим. И начнем, значит. Когда вы зайдете, у вас здесь будет все по нулям. Смысл здесь заработка. Значит, покупаете вот это вот облако, скоростя, гигахэш, да, мощностя, и оно вам приносит, вот как видите, мне доход. Вот у меня на данный момент 70 гигахэш. Будете тут обновляется сайт постоянно, всякие какие-то новшества появляются. Что-то исчезает, что-то появляется. Ну, на данный момент вот так вот показываю. Значит, как здесь зарабатывать? Без, как я сказал, без ваших вложений. Тут есть два способа. Первый, значит, это я буду, потому что тут есть и с вложениями, но это мы пропускаем. Я вообще его даже объяснять не буду, как что. Значит, смотрите. Первый способ — это когда вы сюда зайдете первый раз, вам сразу же дадут один дох сюда. И плюс, нажав вот эту кнопочку Face, вот нажимаем мы ее, я уже получил свой этот самый бонус как-то. Здесь вам дадут, допустим, вы зайдете, смотрите, сразу покажу вам, ну, любую валюту ставите, ну, пускай, допустим, давайте... поставите вот здесь не доги, вот как у меня, а вот здесь нажмете и поставите биткоин. Но оно по умолчанию должно у вас биткоин стоять. Потом нажимаете, сейчас оно перескочит, облачко, вот видите. У вас вот так вот бежать ничего не будет, оно просто у вас будет стоять на месте. Вы нажимаете face it, и вам сразу сюда на баланс зачисляют около 4, там что-то такое, 4 с чем-то тысячи сатош. Это первый способ, как без вложений. Они сразу вам бац сюда пришли на ваш баланс. Ничего вам делать даже не надо. Что вы делаете? Вы за эти 4000 сатош покупаете, значит, на 24 часа вот это вот облако гигахэшное, да? То есть как это сделать? Вы нажимаете вот эту кнопочку Exchange, опускаетесь вниз, здесь выбираете ваши сатоши. А здесь выбираете вот это вот. Вот эти вот два последних облака не трогайте. Вот это все ниже, это для обмена. Это, допустим, если у вас есть биткоины, то есть вот биткоины, и вы хотите поменять их на доги, допустим, или на какую-то другую криптовалюту. Вот выбираете, и просто как обмен здесь происходит. Ну, обмен это вы уже там сами, если захотите. Значит, как я сказал, ставите свои биткоины, которые вам там придут, 4000, там что-то такое с копейками будет. Выбирайте вот это США 256 на 24 часа и нажимаете вот эту кнопочку. Значит, вам сразу же сюда приходят какие-то скоростя, мощностя, да? На 24 часа. Через 24 часа они просто исчезнут. Но что вы делаете? Вы покупаете и вот здесь вот уже ставите не биткоины, а опять же гигахэш нажимаете. То есть ваши же эти 20, на 24 купленных гигахэша будут крутить же эти же гигахэши. И тогда, когда пройдет 24 часа, купленные вами гигахэши пропадают, а те, что намайнились, они здесь останутся. Они не пропадут. За них вы уже сможете майнить. Ну, не так быстро, допустим, вот как там у меня бежит. Но как-то будет уже вы начнете зарабатывать. Это первый способ, как здесь начать зарабатывать. И так вот, можете заходить каждый день, покупать, ну, нажимать на Faceit. Здесь это как Faceit, в переводе по-русски это кран.
этот кран вам каждый день дает там по 4, ну по-разному, там 4 тысячи, там 3 тысячи сатош. Каждый день. Вы зашли, класснули, вам сразу бат на бал. Только смотрите, ставьте. Если у вас будет, хотя в принципе можете зайти, нажать сразу вот так вот гигахэш, поставить сначала, да? У вас тут, допустим, нули. И нажать фейсет. Вам сразу же на баланс капнут гигахэши. Можете даже вот так, в принципе, да, не надо вам биткоин нажать. Вот здесь ставить биткоин. Сразу поставите гигахэш и нажмете. Вам сразу сюда гигахэши начислятся. И за эти же гигахэши вы уже даже начнете майнить. Ну, сразу говорю, пока у вас маленькая скорость, начинайте майнить такие, не сильно такие крутые валюты, там, как биткоины, да, допустим. Начинайте, вот, допустим, доги майнить. Вот сейчас я поставлю. Оно как-то и быстрее майнится. Ну, как, не быстрее, но... Пускай пока манятся доги. Вы уже там в дальнейшем, как более побольше накупите мощностей, уже можете там биткоины брать, крутить и все остальное. Почему доги? Потому что, значит, сатошами здесь вывод потом будет вам. Здесь 100 тысяч сатош, догами всего лишь 100. Они как бы быстрее набегут, и вы уже выведете их оттуда. Это я вам чуть попозже сейчас покажу. Значит, это первый способ, да? Зашли, у вас тут по нулям, нажали фейсет. То есть не фейсет, нажимаете сначала здесь гигахэш, потом нажимаете фейсет, и вам сразу начисляются гигахэши. Затем можете оставить майнить гигахэш, можете уже поставить на доги, вот так вот нажимаете, и пускай майнятся доги потихонечку. На следующий день зашли, смотрите, опять у вас майнятся доги, да? Вы переставляете опять на гигахэш и нажимаете потом только фейсет. Не так, что, потому что если у вас будут майниться доги и вы нажмете фейсет, вам зачислят сюда доги. Но если хотите, берите догами, это уже смотрите сами, как хотите. Это я вам так показываю для того, чтобы сначала раскрутиться, а потом уже начинать майнить. Хотя бы так с недельку позаходите, позабирайте фейсет именно на с мощностях, чтобы потом быстрее майнилось у вас. Не пожалейте неделю, насобирайте и уже, как говорится, майните потихонечку. Так, вот так вот, значит, все запомнили, да? Зашли, поставили гигахэш, фейсет получили, ставите, майните валюту. Потом зашли опять, убираете валюту, ставите гигахэш, нажимаете фейсет, забираете, все. Все, с этим покончено, да, значит, проехали этот момент. Следующий момент, как еще можно раскрутить этот сайт еще более быстрее, значит... В моих там видео можете посмотреть, я рассказывал о сайте 3.9 DICE. Вот такой вот сайт. Значит, что здесь? Как я там рассказывал, здесь в чате можете ловить кнопочку. Эта кнопочка вам минимум дает 10 тысяч сатош. Сразу словили, 10 тысяч получили, словили, 10 тысяч получили. Буквально за один день, ну, то есть не за день, там за полдня вы можете около 100, там 100-200 тысяч наловить только одной кнопочкой. Хотя я там видео показывал, что еще можно и поиграть, вот как здесь я показываю. Сижу и потихоньку еще, видите, наигрываю по 500 там, ну, наверное, баланс сатош. Значит, словили кнопочку, получили, словили, получили, насобирали, смотрите, не меньше 60 тысяч, потому что отсюда, если переводить на потом сюда на eBot, здесь минимум надо закидывать 50 тысяч сатош. Если вы меньше кинете, они просто сюда не придут, они там где-то зависнут. Ну, в дальнейшем они придут, но не сразу, ну, не так, как вы скинете. Так что смотрите, а почему говорю 60, не меньше 60, потому что здесь комиссия 10 тысяч, то есть у вас 60, вы их переводите на eBot, 10 тысяч списывают, 50 приходит сюда, все, они вам зачисляются сюда. Значит, как это будет происходить, смотрите, словили кнопок на 60 тысяч, пускай, да, пускай так, вперед по минимуму. На 60 тысяч наловили здесь, наиграли там, я не знаю, как хотите, там можете, я же видео мое посмотреть, как здесь чего зарабатываться, зарегистрироваться. Значит, наловили, насобирали, что вы делаете? У вас здесь 60 тысяч, вы берете, нажимаете eBot, нажимаете кнопочку вот депозит. Так, смотрите, депозит. У вас здесь идут кошельки, вот они, три, нужны вам три кошелька, то есть биткоин, латкоин, догикоин. А почему три? Смотрите, насобирали 60 тысяч сатош, копируете свой кошелек,
отсюда вот скопировали, заходите на девятки, нажимаете выплата, вставляете его вот сюда, нажимаете вывести все. Все, значит 10 тысяч списалось, 50 вам пришло на EABOT. Почему я говорю три кошелька? Дальше, берете латкоины, копируете, допустим, да? Опять заходите на 3 девятки, здесь переставляете на латкоин. Но смотрите, здесь у вас должно быть не меньше, хотя бы там полмиллиона выводить отсюда. Не меньше. Собирали там полмиллиона, то же самое. Ставили кошелек, вывести все. Все, полетели на EABOT опять же. И так же само доги. Скопировали, ставили сюда доги, нажали, нажали, ставили, один дог списались, все остальные побежали к вам. Смотрите, значит, где минималка? Смотрите, минимум на сатоши, значит, 50 тысяч надо кинуть, на латкоин 100 тысяч, вот так вот, видите, 100 тысяч минималка, и на доги, значит, 5 догов. То есть, 5 догов, у меня 8 догов я могу сейчас, да, на EABOT закинуть. Буквально приходят там за какие-то минуты. Так, все, значит, это вот они, минималки, смотрите. Вот с этого сайта, с девяток, вы еще можете сюда накидать, значит, на балансы на ваши. И за эти балансы, ну, правда, тут один раз получится, значит, допустим, на биткоин вы скинули, на сутки купили гигахэш, крутите гигахэш. Как я сказал, значит, смотрите, они к вам сюда зашли, с девяток, вы здесь опускаетесь, нажимаете Exchange, как я показывал. Выбираете ваши биткоины, вставляете 24 и покупаете гигахэш. Все, на 24 часа. И начинаете вот здесь крутить уже гигахэш. Не крутите валюту за эти 24 часа, которые вы купите. Это невыгодно просто. Вы хотите, попробуйте, я вам сразу говорю, это невыгодно. Лучше раскрутите себе скоростей. И потом уже за эти скоростя крутите валюту. Потому что если вы купите на 24 часа, скажете, ох, тут до хрена, сейчас я как накручу, нифига подобного. Вы накрутите еще меньше. То есть, если пополните на 50 тысяч, купите на 24 часа, эти за 24 часа вам накрутят здесь максимум 1030. Это максимум, может даже еще меньше, там 1020. 50 потеряете, а 20 всего лишь накрутите. Так что лучше накручивайте, быстрее накрутите скоростя. Майните именно на скорость. Все, значит, это запоминайте. Пополнили, поставили, купили на 24 часа. Здесь, значит, переставляете на гигахэш и майните только гигахэш. 24 часа. Зашли через сутки, посмотрели, что у вас тут поменялся, ну, ваши 24 часа исчезли, крутятся, майнятся. Вы берете там и майните дальше доги свои. Все, захотели там, намайнили доги, опять покупайте на 24 часа или там перевели оттуда догов или там латкоинов сюда же. Купили опять на 24 часа, я как сказал, где-то с недельку хотя бы вот так вот прокрутите это все, накрутите себе сначала гигахэш, чтобы можно было майнить потом валюту хорошо. Вы это в дальнейшем сами поймете, как оно, чем больше, тем оно быстрее крутится. Ну и фейсит, как обычно, и все остальное. Вот, в общем-то, и все, как здесь можно начать зарабатывать. Затем, там, если у вас будут кошельки ваши, значит, куда это выводить? И как выводить, значит, оттуда? Нажимаете кнопочку Windrap. И смотрите, здесь можете вывести сразу, допустим, будем выводить биткоин, да? Вам надо биткоины вывести. У вас на балансе, смотрите, минималки для вывода, вот они тут написаны. То есть, биткоин 100 тысяч надо. Тошно собирать, чтобы вывести. Почему я вам говорю доги? Потому что догов всего лишь 100 надо. Они, как видите, набегают намного быстрее, чем биткоин будет набегать. Давайте на догах даже попробуем. Смотрите. Значит, насобирали 100 догов, они у вас на балансе. Опускаетесь и вставляете, значит, свой биткоин договский адрес. Где его взять, можете опять же посмотреть видео мое, там предыдущее, я о кошельках там рассказывал. Где зарегистрировать. Значит, берете оттуда, как там по видео, кошелек, вставляете вот сюда, сюда вот в нижнюю строчку вставляете баланс, который у вас здесь набежал, от 100, да, ну не меньше 100, и нажимаете вот эту кнопочку вывести. Также вот как у меня, видите, здесь есть такая штука автоматическая, значит, вставляю сюда 100 догов,
кошелек свой, Тодогов, и нажимаю вот эту кнопочку. И больше я сюда не захожу. Так же самое на всех валютах можете выставить, вот минималки эти все. Ну, если я майню доги, то я вот догами. Значит, смотрите, почему это ставится. При достижении 100 догов он автоматически мне выводит на кошелек. Я даже сюда могу уже не заходить вообще. Вот так вот закрываю этот сайт и там неделю, две, месяц, год могу не заходить. Он будет сам мне крутить. И только 100 набежало, он мне вывел. 100 набежало, вывел. 100 набежало, вывел. Ну, я захожу как бы каждый день, чтобы уже вот фейсит нажимаю. Мне сразу сюда почти 100 догов капает. Так что тут уже смотрите сами. Там 100 догов или 4000 сатоши. Так что кнопочка фейсит не пропускайте. И все. Вот так вот, в принципе, способ для заработка еще криптовалют. Тут их вон, ну, много. Можете выбирать, какую-то майнить, какая вам нравится. Я вот майню биткоин и доги. Все остальные я как бы меня не интересуют. Вот, в общем-то, и все. Вот так вот, вот оно. Значит, это пополнить, это вывести. Все это я вам показал. Тут вот можете рефералку свою давать, там друзьям, знакомым приглашайте. Здесь вот история отображается, все, ваша история, что вы тут ну, там, купили, продали, вывели, завели, там вот такая тут все отображается. А, ну вот эта кнопочка вам пока, ну не то, что пока вообще не нужна будет, это за деньги пополнять, здесь покупать скоростя, так что туда можете не жать. Ну и следите за новостями, потому что сайт постоянно тут что-то меняется у них, обновляется, появляется новое, вот, news, нажимаете. Если там что-то вам непонятно на английском языке, здесь вот есть кнопочка внизу, в самом низу опускайте сайт, а здесь можете поменять язык, вот русский ставите, он переводит сам здесь вам все на русский язык. Ну, я тут уже привык на английском, так что. Вот, видите, все, это самое, экраны, видите, можете тут почитать, посмотреть еще, чего вас тут может заинтересует. Ну, вот так вот, как я показал, вот так можно ябот раскрутить и уже потихонечку немножко, вот я уже оставил все 70. И майню потихоньку доги. Каждый день они мне тут выводятся по 200, по 300, ну, по 200, по 300 долларов. В общем-то, вот и все. Еще такой вот сайтик. Значит, под видео я все ссылочки оставлю, если вдруг чего там на видео, на вот этот вот, да, на девятки, как на кошельки, какими пользоваться и все остальное. Значит, все ищите под видео, смотрите, регистрируйтесь. Если вдруг что-то непонятно, оставляйте комментарии, там, подписывайтесь на канал, следите за моими видео, может еще кому-то что-то понравится. И регистрируйтесь. Все, зарабатывайте, всем удачи!